Добрый день, садоводы-любители, канал «Образ жизни», видео из серии «Мой сад». Вот я хочу показать вам жимолость южной зимой. Очень переживаю, потому что вот уже вовсю листва, а тут были морозы вчера, утром еще было минус 11 сегодня. Потом днем потеплело до плюса. И ночью опять минус 3. То есть как бы, но на юге минус 11 ощущается как минус 25. Вот она вся распустилась. Уже листья вот маленько, верхушечки явно, что подмерзли. Но будем надеяться, что все будет хорошо. И, может быть, она даст плоды. То есть все кусты. Такие сейчас у меня три куста вот такого сейчас вида. Как бы слишком рано листья распустились и морозы. То есть зима-то была, в общем-то, теплой. Поэтому, если у кого-то есть какое-то мнение или опыт, можете поделиться. Вот показал вам, что сейчас, как жимолость реагирует на южную зиму. Спасибо всем за то, что потратили время. Пишите, если интересно. И пока-пока. До новых встреч.